Итак, друзья, стала доступна новая информация о Toyota Land Cruiser 300, а точнее комплектации и опции, которые будут доступны новинке. И перед тем, как начать, проверьте, подписаны ли вы на канал и жмите на колокол, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков, ведь они выходят каждый день. Сразу хочу сообщить, что согласно поступившей информации от одного из дилеров, который отозвался на японском форуме, новинка должна появиться уже этим летом. На данный момент японцы только подтвердили, что в шасси будут использованы решения из новейшей архитектуры TNGA. И вот первая информация по комплектациям. Автомобиль будет поставляться с бензиновым и дизельным мотором, но прежний V8 исчез из линейки моторов. Базовая комплектация будет оснащаться 3,5-литровым мотором V6, который оснастят двумя турбинами, как у Lexus LS500. На выходе получится мощность 420 лошадиных сил. Работать будет в паре с 10-ступенчатым автоматом. Также сообщается, что в активе Land Cruiser останется раздатка с блокировкой, понижающая передача и задний межколесный дифференциал с блокировкой. Второй мотор будет 3,3-литровый турбодизель V6, который выдает 309 лошадиных сил, и работать он будет в паре также с 10-ступенчатым автоматом. Также модель будет доступна и с гибридной силовой установкой. Детальную информацию по ней пока не предоставляют. По неофициальным данным, на старте продаж автомобиль будет предлагаться в 5 комплектациях. Будут доступны 5- и 7-местный салон. В топовых комплектациях будут устанавливаться 20-дюймовые колесные диски. И на этом пока вся информация. Ждете ли вы новый Land Cruiser в России? Пишите свое мнение в комментариях, а также ставьте лайки. И не забудьте перейти на канал, там еще очень много интересных новостей автомобильного мира.